эти учения обязательно нужны. То есть люди, именно специалисты, ветеринарные специалисты, Россельхознадзор, именно все свои навыки заново повторяют. Иногда возникает очаг заболевания именно на границе каких-то других регионов, допустим, да, и устранение этих проблем нужно необходимыми общими усилиями. Поэтому все регионы совместными усилиями предотвращают вот эту беду на сегодняшний день. И, к сожалению, на наших территориях были ситуации чрезвычайные. Я имею в виду птичий грипп, который случился в агрофирме «Залесной». Нам важно любую ситуацию предусмотреть, предотвратить, чем потом работать над ее последствиями.